Добрый день, друзья. Сегодня у нас iPod 12, модель 1288. Довольно старый аппарат, но на ремонт приносит сейчас. И замена стекла на нем. Открываем сверху. Такой вот лопаткой острой. Старайтесь не повредить резиновую прокладку, которая здесь у нас. Вот видите, вскрыли. И дальше по периметру с этой стороны. Сняли. Проверим сразу новый тачскрин. Соединим его. Все работает. Можно менять. Положили в сторону, снимаем разбитое стекло. Ставим на термофене 400 градусов приблизительно. Нагреваем достаточно сильно, потому что стекло крепится к такому вот пластиковому каркасу. Таким достаточно сильным скотчем. Когда снимаете стекло, обращаю внимание, старайтесь не сломать каркас, он очень хрупкий. Таким образом отсоединяем. Аккуратно. Особенно вот это место. Чем-нибудь острым, чтобы не сломать каркас. Таким образом снимаете. Здесь оно уже отломано. Далее греем вверх. Снимаем остатки стекла. Нагревайте посильнее. Стекло очень каленое у айподов. Сняли. Теперь очень важно очистить поверхность. Не должно быть никакой стеклянной крошки. Потому что маленький кусочек оставленный
на этой посадочной поверхности приведет к тому, что потом будут большие зазоры между стеклом и этой передней панелью. Боковые тоже. Сняли. Вроде все нормально. Ставим кнопку Home. Нагреваем скотч, дабы он немного потерял свои клейкие свойства. Можно посадить на новый, если у вас есть оригинальный. Если нет оригинального, то лучше разогреть старый, потому что он намного прочнее. Обращаем внимание на шлейф. Его должны завести за. Вытащить его с другой стороны. Ставим стекло. Горячее. Вот он шлейф, видите. Он не должен остаться там внутри. Прижимаем. Внизу то же самое. Смотрим, чтобы не было щелей. Проверяем кнопку Home. Должен быть клик. Все работает. Прижали. Снимаем пластик защитный. Убираем пыль с экрана. И ставим. Сначала застегиваем шлейф тачскрина. Застегнули. Далее вставляем. Начинаем снизу. Заводим в пазы. Вот видите, я завел. И снизу вверх заводим боковинки. Вот боковины. И в конце застегиваем вверх. Все, стекло готово. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачного дня!